Привет, истинные друзья. Это истинный следователь. Давайте посмотрим, что YouTube пропихивает людям. Это главная страница. Давно была у меня идея это обсудить, потому что это очень важно. Большинство попадаются на помои, которые тут болтаются. Я вообще не пользуюсь, смотрю постоянно YouTube, но не пользуюсь этой главной страницей, потому что, ну, как бы здесь что-то пропихивают, рекламируют. Я не по рекламе смотрю, а сам еще, либо какой-то сайт, например, смотрю, там артподготовку, и они там вспомнят что-нибудь про сотника. Я быстренько, хоп, сотника посмотрел, да, сотник нормальный мужик, зашибись. То есть что-то нужное практически не пройдет мимо меня. Если какая-то, опять же, это политика, там есть барахло всякое, которое мне не нравится, там шарий, то, ну, просто я один ролик посмотрел, какая-то пропаганда, какая-то ругань, там кого там шарий ругает, Россию, да, и Украину, а нет, Украину, да, в общем, какая-то пропаганда, кто-то ему платит. То есть я могу смотреть любого, но лишь бы мнение было не купленное, не продажное. Как вот выскочил недавно Купцов, этот дедулька, нормально посмотрел. Никогда такие не появятся в этом списке. А человек бывает сам искать и не может. И так дурнем и помрет. Поэтому не пользуйтесь этой штукой, просто в поиске ищите, а потом, например, какой-то хороший канал, но у него он обязательно ссылки ставит, либо просто похожие будут всплывать. Ну, давайте посмотрим. Тренди, это популярная. 5 лучших, херня, никогда не смотрел, но смотрел разок, какая-то чушь, кто-то прыгает, умирает, наркоманы падают. Ну, можно иногда посмотреть, но как 100-500 раз в недельку, хотя сейчас как-то и не тянет даже на 100-500. Там одно и то же, пьянь дерется, там коровы срут. Хотя шутки, да, можно посмотреть, но шутки там другое. Например, Поперечного посмотрел, Данила стендап, нормальный, да, парень, можно сказать, юморист. Так, дебилизм. Опять это из той же манеры, дебилизм. Этот парень, зная его, смотрел пару роликов, но я не очень понимаю, как это такой стиль, как он журналист, как там Соболев еще есть, но они сильно такие коммерцией занимаются, мне так кажется. И, естественно, когда ты сильно популярный, ты не можешь ничего сказать особо резкого. Ну, как бы, правда, она всегда резка. А тут, то есть, по сути, что-то такое резкое, правда, он не может сказать, потому что известно, кто он. Но какой смысл его смотреть? Типа он будет что-то гладенькое говорить или нужное там за деньги. Ну, для этого телек есть. Коловский на знаком, не знал, что он там выступает, но если хорошо, то отлично. Так, песни, продажное дерьмо, триллеры. Ну, иногда можно посмотреть, но как бы тоже чисто пропихивают фигню всякую. Так, опять, а, это музыка, да. Опять музыка. Что это? Решмен. За деньги, что ли? Игры. Смотрю игры, но совершенно других. Киномана, Black Silver Уфа. Смотрел еще Витька, но Витька только Азика смотрел. Остальная там херь какая-то. Вот это вот сильно дебилоидные ролики. Ну, слишком примитивные, даже для детей. Нельзя так. Так, опять геймеры.
популярные игры. Что за игры? Типа Dota, срань. War Thunder, срань. Навальный, зашибись. Так, это Булкин. Наверное, ничего. Не очень интересно. Опять дебилоидные игры Counter-Strike. Тупость, тупая игра сетевая. Вообще ничего не развивает. Никакой командной игры, ничего для дебилоидов. Животные. Чушь. Игры Россия. Майнкрафт этот квадратный. И не понимаю, почему он популярный, потому что он простенький, что ли, для детей, такой мозг. Ну, блин, это опасно. Ладно, Майнкрафт сначала посмотришь, а потом Путина будешь любить. Так и надо, может, можно немножко поиграть в Майнкрафт, но увлекаться не стоит. Навальный, тема. Зашибись. Навальный неплохо работает. Трансляции. Зачем они рекомендуют какие-то английские трансляции? Вряд ли люди у нас понимают по-английски. Так, опять дебилоидные игры. Кривляние. Надо обязательно рожу выпучивать. Рожу дикую делать. Ну, YouTube, как я сказал в начале, он не просто так делает, он управляет, специально пропихивает. И для чего вот эти вот здесь ролики в начале? Из-за рекламы, либо за деньги, и для рекламы, и за деньги, и либо для пропаганды чего-то. То есть какая-то там игрулька, выгодно ему пропихивать и просто держать людей глупыми. Потому что YouTube выполняет такую же роль, как телевизор. Дурить людей и держать в узде. Есть каналы и прогрессивные, но здесь фактически их нет. Versus Battle нормально. Смотрел кое-что. Так, Дудь. Не очень, по-моему. Дебилоидная Дота. Кошки. Ну, иногда можно посмотреть. Крид. Вообще не смотрю. Вообще. Спорт, опять же, то же самое используется для одебиливания людей и грабежа их. Никакого, может, за границей где-то спорт существует, в России не существует. Здесь диктаторы и воры используют чисто отрицательном ключе голос тема. Но это опять же та же самая пропаганда из одебиливания. Кэти неинтересно мне. Шаран тоже. Ну, это, в общем, какие-то американские пошли. Так, в тренде. Или это был в тренде? А, нет, нет, нет. Давайте посмотрим. Хованский. Ну, популярный, но очень много роликов делает, и они говнище стали. Бывали какие-то один из 100 роликов, ничего. Но потом, если каждый день делать вот эти ролики без конца, на зрителей на своих срет, ну как большинство популярных этих ютуберов, какую-то херню им продает, пирамиды, это просто недопустимо. Ладно бы какой-то товар, который разваливался, там чтобы пирамиды влезли люди, ужасно. Но это не только он, это многие и украинские, то же самое Креосан какой-нибудь. Хотел я про Креосан сказать, тоже рекламируют какую-то там лотерею, чтобы люди просрали деньги. И сам говорит: привет, ребята, вот я вам что-то снял, просрите деньги. То есть, блин, зрителей своих не прочь кидануть. Ну это ужас, нет, такое недопустимо. Если приходят ко мне, например, дебилоиды какие-то, да, ругают меня просто так, без фактов, ну, таких можно в жопу послать, а так-то в основном у меня рассчитано на прогрессивных людей. Скаловский, это чушь, это дебилизм.
Это я не понял, что это японское, зачем оно здесь. Опять чушь, опять этот дебилизм, опять рожу. Рожу надо выпучить. Так, ну может быть это ничего, Стрекаловский. Посмотрел там ролик, где он делает это Ламборджини. Ламборджини. Снимают они хорошо, но он такую же пропаганду гонит, какую-то бессмысленно короткие ролики выпячивать рожу, глаза выпучивать, рот открывать. Не, не надо этого дебилизма. Херня, какая-то херня, блин. Red. Ну, можно, да, иногда посмотреть. 21. Хотя так посмотрел роликов 10 и сейчас и не вспоминал даже про него. Тоже для дебилов и одебиливания. Хотя он периодически выскакивает и говорит, не будьте дураками. Ну, это смешно. Так не бывает. Так. Академик, говно ватное. Про машинки, тему машины я почти всех смотрел. Только не смотрел этого Давидыча, дебилоида, отброса. Смотрел Воротникова, ничего. Академик нормально тоже работает, но он спятил из-за денег, опять кидает своих зрителей, опять же это недопустимо. Смотрю Жорика и все вроде из машин. Так, Жорик, Ургант, барахло, гнида путинская. Так, Соболев, а, ну я про него сказал. Какой-то бессмысленный человек, какая-то замена телеку типа альтернативы, но по сути тот же самый телек, ничего не дающий, и дурит молодежь, наверное, какую-то. Сто вопросов, 7 ответов, 5. Дебилизм, дебилизм. Так. Херня. Сериал Игры Тронов. Пум, говно какое-то. Дружко. Можно посмотреть, просто бессмыслица. Соколовский. Вылез, что ли, опять? Странно, сказал, не буду вылезать, и вылез. И миллион просмотров. Ну, мало. Молодец, что вылез, только опасно. Ну да ладно, в общем, его дело. Так, Хохланд, реклама, просто реклама ссаная. Охереть. YouTube дурит людей. Так, Ильич Шоу. Не очень понимаю этих ребят. Как бы они и шутят, и вроде и серьезные. Не знаю. Не знаю. По мне. Может, я не рассмотрел что-то. Понимаю, что молодым надо гулять и пить, но что-то все-таки меня там беспокоит. Слишком много шуток, мне кажется. Да, в общем, они ТНТ, свой сделали ТНТ канал, мне так кажется. Так. Так, теперь посмотрим лучше. Компьютерные игры. Давайте буду заканчивать. Так, Фрост. Нет, не смотрю. Херня. Что это? Ужасно, ужасно вообще. Просто одна реклама. Это вот каналы для рекламы
Ну, именно которые фирмы рекламируют. Просто фу, вообще ничего не смотрю и смотреть не хочу. Так, новости давайте посмотрим. Радио Свобода, зашибись, BBC, зашибись, Россия, срань путинская, Лайф, срань, все 24. Так. Почему нормальный канал Радио Свобода и Россия рядом? Россия 24 это сатанизм. Как так можно? Почему здесь нет сотника, например, нормального журналиста? Не, YouTube все-таки скотина такая продажная. Так, не надо мне включать. Что? Блогеры. Мангай. Не смотрю. Тимати. Срань. Но СМС. Не очень. Так. Гоша Куценко. Ничего. Что-то вообще не понял. YouTube Россия. Россия. Какая-то херня. Russia Today на русском. Блин, не просто так Russia Today они пихают, блин. Дерьмо это путинское. Интересные каналы, это за деньги, да? Так. Ивангай, Россия 24. Блин, ну Россия 24 за деньги явно пихают. Охереть. Сволочи. В общем-то, все. Все понятно. Ничего вообще. Я вот. Что, Катя Клэп, страшная сука. Каталог каналов. Это как? По темам, что ли? Игры. Так, что тут будет? Что мне показывает американские каналы? Он же видит, где я нахожусь. Да уж. Ну, игры. А, на это нажать надо было. Сейчас покажет мне российские это. Фигня какая-то. Одна фигня вообще. Так. Ну все ясно, в общем, я объяснил. Полное барахло, как и ожидалось. Развлекушка. И одебиливание. И грабеж при этом. Так что будьте осторожны, друзья. Здесь я не нашел ни одного малюсенького полезненького канала. Так что не заходим сюда никогда. Пока, друзья. Будьте истинными ребятами, и все будет хорошо. Пока.